Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале BitRider. Так, сегодня я ехал утром рано, было немножко прохладно, я включил вот эти вот свои отапливаемые грипсы. И мне показалось, что они на всех режимах работают как-то одинаково тепло. И меня вот это немножко беспокоит. Сейчас я хочу протестировать это дело вот этим вот мультиметром, который может измерять температуру. И, ну, конечно, мультиметр этот говно. Он показывает вообще не точно, но мне важно знать динамику, то есть будет ли она на разных режимах изменяться или нет, или будет оставаться неизменной. То есть вот это самое главное для меня протестировать. Поэтому мы сейчас привяжем. Вот таким вот образом на малярный скотч. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы понять, есть ли какое-то изменение или нет. Так, давайте в режим его измерения температур. Так, теперь я думаю, надо его стартануть, потому что он, когда включится, будет высаживать аккумулятор. А этого мы не хотим. Так. Нейтралку. Все, заводим. И включаем сначала на самый легкий режим. Это сейчас самый-самый теплый, то есть он... Посмотрим, что покажет. Так, ну пока что-то температура... Ну, ведь чувствуется, что они немножко нагрелись. И вот температура пошла подниматься. Мы видим 23, то есть надо плотнее, оказывается, прижать, тогда вот видно, что температура поднимается. Ну, я думаю, вот 26, потолок на этом режиме. Давайте посмотрим следующий режим. Сейчас температура должна, по идее, подниматься. Так, уже 27 градусов. О, 28. Так, сейчас у нас предпоследний режим. В общем, ребята, этот мультиметр какой-то говнище китайское полное. Поэтому, ну, я реально почувствовал сейчас, как оно нагревалось. То есть на самой низкой температуре, там лампочка горит, когда синим, он, ну, такой просто теплый, не обжигает нормально. И потом, вот, когда я включил на максималку, на это когда уже горело красным, то прям начало немножко обжигать вот так голые руки, знаете. И в перчатках, конечно, оно будет нормально. Но, что я вам скажу, обогрев ручек — это вообще адски нужная вещь. Я вот сегодня утром ехал рано, было немножко прохладненько. Я включил, прям вот, как, вот ощущения совсем другие. То есть уровень комфорта моментально поднимается. Поэтому, ребят, если вы думаете приобрести себе, поставить на мотоцикл ручки с подогревом, то инвестиция... Отличная, не пожалеете. Я сейчас тут не рекламирую какие-то конкретные, я просто говорю в целом вот исключительно свои ощущения, так скажем. Так, ладно. Я сейчас буду собираться, потихоньку паковать вещи. Вот еще не решил взять этот спидбэк для вот сюда закрепить или рюкзак. По объему вещей, в принципе, можно набить полный рюкзак и прикрепить его на сидушку вместо спидбэга. Наверное, так и поступлю. Посмотрим, в общем, как оно будет. Так что пойду собираться потихоньку. Ну, а вам рекомендую, если вам интересна моя поездка завтрашняя, то я буду постить, естественно, на остановках, там где-то на заправках, в Инстаграме, сторис. Поэтому, кто не подписан, рекомендую подписаться. Ну, а на этом я буду заканчивать этот видос. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вилли. Увидимся. До новых встреч.